И всем привет, с вами Мимчфлав. Сегодня будет выживание в 16-й версии. Нет, не хардкор, где я сдох по причине того, что меня взорвал крипер. Самая тупая смерть во вселенной. Сегодня будет это выживание без хардкора в 16-й версии. Да, вот, сейчас мы видим мир. Я пробовал пройти 16-ю версию. Вот все остальные названия вы не читайте. Они несут тебе в себе интеллектуального развития. Так, сейчас будет загрузка. Для вас придет секунда, для меня несколько минут. А, нет, что-то я уж хотел нагнетать, но нет. Ничего для меня эти минуты не заняло. Так, сейчас в своем доме в полном разочаровании, потому что я раньше сдох и профанялся с вырезы. Так, давайте сначала проведем обзор на свой домик. Вот здесь портал в ад есть. Здесь супер технологичная печка. Объясняю, как она работает. Эти сундуки вот. Вот этот и вот этот. Они ничего не делают. Вот. Вот туда я запихиваю то, что мне надо пожарить. Сюда я запихиваю уголь. А здесь это все пережаривается. Идет вон тот сундук, где все, что пережаривается, кладет. Да, знаю, это по железу не особо экономно, но мне все-таки вот так удобней. Здесь костер. Просто туда кладу мясо, закрываю. Оно идет сюда. И чтобы вот так вот не прыгать и не ловить там мясо, оно все будет складываться в этот сундук. Так, у меня тут бобик на кровати валяется. Верстак и два сундука. Я заметил одну проблему, вот у меня есть бирка. Бирка. Чего назвать, у меня не получается. Что делать? Я так понимаю, мне нужно скрафтить наковальню, чтобы это все получилось. Но это будет немножко затратно, да? Хотя ладно, я ради вас иду на такой шаг. Так, то, что я не могу скрафтить, еще вот включаю. Так, где наковальня есть, как это крафтится? Ее пока не видно что-то. Наковальня. Алло. Какие пока наковальню дели? Ладно, я знаю, как накрафтится принципиально. А еще железный блок. Ну, еще один. Все. Захожу в верстак и выкладываю это вроде вот так вот. Да, идеально, наковальня. И минус дохрелен железа. Супер. Так, сюда я называю... назову его Бобек. Чё? Ты офигел? Так, бирки что-то не нравится название. Бобик 1, 2, 3. Нравится? Не, наверное, слишком долго. Тогда скорочу. Боб. В смысле? Алло? Бобик. Можно? Я хочу Бобика. Может, по-английски надо? Не, чё? Чё не работаем? Эй, васа. Работа, я хочу Бобика. Бобик, ё-моё. Дай мне! Да, да, да. Чё? Нет, она не так называется. Хм, а чё тогда делать? Сюда, может? Не, сюда. Еще раз. Бобик. Один. Я планирую сделать несколько бобиков. И чё? Вот, бирка не работает. Выясняйте причину и скажите мне. Ой, чувствую, зря скрафтил наковальню. Ну, ложимся спать. Или нет, ждем тогда ночи. И проведу дальше обзор, потому что небезопасно. Хотя можно и продолжить. А вот тут у меня, собственно говоря, мой огородик. Вот. Здесь бесконечный источник воды, хотя у меня есть в огороде. Здесь я пытался сделать ферму с фруктов, у меня ничего не получилось. Здесь ферма мобов, которую один раз подзорвал крипер. Так, это ферма мобов и рабов. Не особо эффективно, потому что скелеты в меня все еще могут там стрелять. Надо выяснить причину, где мои полублоки. Где мои полублоки? Вот они. Все, что их выкинул. Бобик. Но все равно для нас Бобик будет и без бирки Бобик. Да? Вон опять эти криперы долбанные появились. Сейчас как увидят меня, сейчас как начнут тут полыхать. Будут взрываться? Не, не будут. Что, не видно меня, да?
Маленькие дебилы. Что, взрывается? Мужик, а ты лох, ты знал? Ты лох. И ты меня не видишь, да. Все, туда, ботинок. А, ой, уже глубокая ночь. Я тут пока мов оскорбляю. Так, погнали. Ложусь спать. Вот, со мной в объятиях Бобик. Бобик. Вот. А, опять же, управление замысловатое. Кому интересно, мое мнение о управлении. А так, закрываю дверь, но я сейчас покажу, что здесь есть. Здесь просто красивый вид на лаву и горящих мобов. На тыкву. Это значит, что рядом деревня, но шиш у меня не деревня. Я тут нету. А, вот. Загон для животных. Здесь безумно много животных, да, я знаю. Ой, вот эта вот фигня светящаяся. И. Еще что вам показать? Ну вот тут тоже фигня светящаяся. О, лестница. Лестница, могу и тут проходить. Лестница — это самый боб, что я строил безумно долго, безумно много ресов на это ушло. С учетом того, что когда я строил, меня пару раз убили, все мои ресы исчезли, потому что я их долго не забирал. И вон там вот появлялись мобы, но я это исправил. Иди отсюда, дурень. Кто меня в хардкоре убил, а? Говнюки. Вот, давайте я специально для вас развожу коров. Так, в принципе, на этом обзор закончен. Но, по-моему, это тоже хорошо. Хороший дом у меня получился. Как по мне, мне нравится. Прям вот круто. Так, сейчас пшеничка, это все. Пофигач. А, вот тут моя шахта, она там идет до бедрока. Там очень много проходов, там я сдох. И профунял все свои ресы, потому что меня там убил какой-то паук. И вся моя железная броня, все мои железные ресы. Куча стаков железа просто в ноль. Исчезли. Прикиньте. Ну, короче, вот так вот мы живем. Сейчас мотыгу сгоняю. И сейчас я планирую построить что-нибудь еще здесь. Я опять же не собираюсь его проходить в Майнкрафт. Не потому что мне сложно или мне страшно. Потому что я не хочу. Просто у меня нет такой цели. И я буду развивать мое жилище. Ой. Лучше бы я мозги развел, да? Вот, это все сено, сено, сено. Сейчас пойдет на коровок моих. И это сам-то есть не буду, если что, сдохну. К сожалению. Погнали. Давайте, коровы. Брачная ночь. Че вы деретесь? Или это я дерусь? Ну, братаны, успокоились. Давайте устраиваем чики-читадрита. Ну, че вы бьетесь-то, ё-моё? Я не специально. Да почему вы деретесь? Я не понимаю. Не знаю, как я их задеваю. Вот, давайте. Брачная ночь. Давайте, опа, еще один сын. Давайте еще хочу. Еще хочу детей. Домогательство. До бедных коров. А у меня есть костная мука. Вырастить это все дело. Я еще хочу коров поплодить. Или нельзя? А, есть вот мука. Ну, кости. Сейчас сделаю муку. Хоп-хоп. Хорошо. 6 штук. Погнали, огородик мой. Раз, ра... О! Сразу. Чпок. Блин, чпок. Ну, хорошо. Кстати, вот по сравнению с этим, с Podgef Launcher, Hello Launcher намного удобнее, по крайней мере, тем, что тут регистрироваться не надо. Управление здесь получше. И, в принципе, да, мне очень нравится. Hello Launcher, спасибо создателям, только сделайте, чтобы не лагало. Это реально уже бесит. Так, ферма мобов, погнали скрафчить железный меч. Хотя у меня вроде железа не осталось. Но его только капельку прям. Вот топорик есть. Алмазная кирка. Алмазная лопата есть. Тоже, да, миллионер. Так, что-то железного меча у меня нету. Наверное, я его тоже в шахте профанял. Все, железный меч на базу. Ой, железа очень мало, по-моему. Так, на всякий случай беру стак камня. Возможно, опять мобы хотят, чтобы я все это чинил заново. Возможно, они хотят взорваться.
вообще может быть? Да. Погнали. Страшно, страшно. Потому что в прошлый раз, когда крипер тут все расфигачил, я это очень безумно долго строил. Мне было очень страшно, потому что мы могли в любой момент прийти. Когда я тут, собственно говоря, строю. Был спидран по ТикТоку. Опа. Нет, дядя! Ну, дядь, ну зачем? Да как? Да бу-бу-бу-бу. Да в смысле? Чё делать-то тогда? Мужики. Не катаемся сюда. Запрещаю. Ожидаемо, блин. Опять-то всё восстанавливать. Что это такое? Что ж эти криперы вот спокойно там посидеть, умереть не могут? Нет, взрывается, как хлопушки, ё-моё. Пум-пум. И, к большому сожалению, у меня с собой кирки, чтобы этот камень убрать, поэтому я сейчас за киркой схожу. Тогда дело. Эта ферма мобов, она мне не нравится, потому что здесь криперы все время взрываются. И что делать, я не пойму. Хотя, стопы. Слушай, у меня сиди как... А, слушайте. А я придумал. Так, мне нужно очень много блоков. Адского камня. И зажига. Зажига, она где-то здесь. Да, вот она. Так, а... этого адского камня у меня немножко, поэтому погнали в ад... Нет. Или нет. В адик я сейчас не пойду, потом в адик. Сейчас мне нужно снести все дерево. Короче, кто не понял, сейчас я буду делать, чтобы эта вся шахта... Ой, какая нафиг шахта. Это локейшн. Локейшн. Была из камня. Я здесь поставлю адский камень, потому что адский камень, как известно, на нем огонь не гаснет. И я на нем разожгу огонь, сон гаснуть не будет. И все мобы, которые будут туда сваливаться, потому что там вода, и типа они из-за воды, с течения воды будут падать. Те мобы, которые будут туда падать, они будут сгорать. И снизу, я когда пойду и добуду железо, я сделаю себе куча этих собирателей, как они называются? Унитазы, короче, вот эти вот. Блин, я звук не называется. Ну вот как у меня в автоматической печке, они из них сделаны. Сундук с печкой, вот этот вот туалет, вот. Ё-моё, писсуар. И благодаря этому писсуару снизу будут и он, и сундуки, и все резы, которые будут падать с мобов. Не знаю, с чем мне вообще нафиг эта ферма мобов. Потому что в резах я не нуждаюсь, раз что железо, с них железо падает с редким шансом. Все резы будут падать в те сундуки, которые будут... под моей магмой и туалетами. Очень понятно объяснил, надеюсь. Опа, факелочек. Сюда поставлю. Все, здесь мобов пока что нету. Заберу отсюда факел. Так. Я все поставлю вот так вот. Все, собираем. Так. Я с этой локации удаляюсь. Факел сюда. Да. Сейчас отправляюсь за адским камнем. Можно вместе туда отправиться с вами, не нажимать на паузу, да? Уже интересно, думаю. Молитесь сейчас те, кто за то, чтобы я наконец-то эту ферму мобов доделал. И вы просто так меня сейчас не смотрели. Молитесь, чтобы там не было никаких гасов и этих свинохуплин. Так, слава богу, я сейчас в очень маленькой локации, где их особо нету. Но они тут есть, я их чую. Я их чувствую. Так что иду подальше. Посмотри, территория все-таки крепость мне как-никак нужна. Хотя нет, с алмазной киркой тут гулять не буду, еще профуняю. А я себя хорошо знаю, профунять легко могу. Все, просто сейчас куча этого камня адского.
Так, тут эти штуки всякие. Вот, я просто собираю. Хорошо, много? Много, достаточно. Погнали обратно в мои измерения. Тупаем обратно. Так, тут, я так понимаю, весь мир на паузу застыл. И сейчас наш не наступит. По-хорошему, да? Так, погнали обратно. Сюда. Весь этот камень я сейчас убираю. Я слышу, там зомби, они хотят уже. Они хотят шоу. Я им дам шоу, конечно же. Так. Вот сюда кладу. Все. Застраиваем, чтобы им прям вот некуда было отойти, дабы охолодиться после такой жаркой вечеринки. Так, я могу туда же застроить свою дырку, откуда я на них смотрю, что мне это особо не понадобится. Че смотреть на горящих мобов, да? Зажигалка сюда. Меч сюда. Так, сначала я это все фигачу. Там крипер упал? Кто упал? Ой, огурчик, огурчик. Так, я тебя там до утра оставлю, подожгу. Быстрее, пока еще мобы не заспавнились. А! Так, мой план очень опасный, потому что сейчас оттуда может посыпаться всякая нечисть. Желательно для безопасности я бы это все осветил, но нет, я же безбашенный. Вылезаем, раз. На честный бой. Да ты, мразота, просто. Я тебя сейчас за яичко дерну. Ты что, охренел, что ли? Понять не могу. Так, все, харе. Падать. О, железный слиток выпал, это хорошо. Нате. Нравится? Сейчас беру. Огонь. Там еще надо. Ух. Пламенный привет. Давайте сюда все скоты. Все. Приятного вечера. Не-не-не-не-не. Куда? Куда ты охренел? Там мужики. Я думал, вы что, обалдели, что ли? Так, не, пока что я не принимаю. Галь, отмена. Ё-моё. Не, может мне это все обсидианом застроить, чтобы эти даунские криперы не взрывались. Я уже не знаю, что делать. Вы сами видите мою проблему. Шагай сюда. Так, это все, и каменное покрытие я убираю. Я так зол, я сейчас им такую баньку построю. Они не будут помнить вот прям до скончания. Будут помнить. Как говнюки такие, меня бесили, и все. И теперь конец. Так, все это я поджигаю. Все, можем ломать. Так, мужики, не падай моментально, мне еще от вас уйти надо. Ой, я тут забыл поджечь. Так, деревянное покрытие, естественно, начало гореть. Ожидаемо. Так, я вон вижу, вроде кто-то там подплыл. Ой. Все, закрываю. Все, закрыл, и все. Так, можно, я думаю, посмотреть, что там происходит. Возможно, это будет самая главная моя ошибка. Горите там? Э? Вижу. Я что-то не вижу, есть ли они там.
Есть? Давайте, мамба, я вас верю. Ой, здравствуй. Ты откуда? Ладно, я думаю, они сюда будут дальше падать. Очень на это надеюсь. Ой, что там спавнишься-то все время? Что вы знали, тут не первый раз спавнится этот говнюк. И причем меня не атакует. Все, закрыли. Хорошо. Все, горите там. Мне на вас пофигу. Отлично. Ферма мобов сделана. Я только что подумал, понял, что тупой, потому что если мобы там будут сгорать, то и рез от них тоже. Ай, да ладно, это будет тогда не машина, чтобы мобов убивать и добывать с них рез, это будет машина просто моей ненависти. И там будут сгорать все, кого ненавижу. Да, вот так вот. Я так решил. Я сейчас, знаете, специально для этого. Где палки? Я сейчас палки скрафчу. Какого фига? Ты что встал, Бобик? Назад. Кость, сюда. Кто хочет кость, идет ко мне. Ты идет шерстяной. Куда ты подчапал? Ой, пошел он нафиг. Не, я его тут оставлю. Пусть сидит. Ой, а я корова. Коровки. Давайте, делайте. Делайте, работаем. Работаем, работаем. Хорошо. Делаем, делаем. Делаем, корову делаем. Занимаемся делом. Да. Все, мы коровы слишком заняты, чтобы я их отвлекал. Идем, значит, сложим все наше добро. Так, сейчас, блин, я планирую погнать в шахту за железом, потому что у меня железо на избытке. Строю железную кирку. И даже две мне одной не хватит, я в этом уверен. Сейчас будет супер приключение. Пропопом. Чтобы желать мне удачи. Сложу все это днище. А, в келаш надо сделать. Беру вот это все. В келаш, собственно говоря, уголь. Покрафчу палочек. Хорошо. Так, где наши факела? Что доступно? Вот. Раз, два, три, четыре. Ага. Факела на месте. Здесь угля нету, нету. Здесь угля нету, нету. Где уголь? А, ладно, пофиг. 16, я думаю, недостаточно. Пока, Бобик. От батька на приключения погнал. Да, я прошаренный, я сделал. Стоп, это уголь был. Там был уголь. Я его видел. Хорошо, уголь на месте. Потому что мне факелов надо очень много, примерно стака, 16 определенно. Не так уж и много. Поэтому уголек лишним не будет. О, я слышу, как горит скелет. Неужели работает? Шайтан машина. Так, все, взлетаем. Раз, два. Хорошо. Где мы факела? Раз, два, три, четыре, пять. Идеально. Отправляемся. Все, факела на крафте, погнали. Так, снесу. Хорошо. Так, бежим. И где-нибудь вот тут вот можно уже копать. Так. Копаем. Факелочек сюда. Все, у меня же долгие приключения.
включу с вами, когда я что-нибудь найду. Итак, первое, что я нашел, это вот такую вот шахточку. Так, я вижу, там ходит мистер Мразь. Это Крипер. Иди сюда, мой дорогой, тебя течением несет в мои объятия. О, нет, это надолго. А, нет. Пошел нафиг, паутина. Кого? Чё? Факел сюда. Так, я к Криперу погнал. Рядом с тобой никого нет, Зинька. Зинька зеленый. Не взрывайся. А, все, ухожу. Я понял. Совершил ошибку. Я ошибся, я ухожу, все. Все, не отвлекай. Еды, как назло, нет. Итак, я набрал своей еды немножко. Так, идем обратно в это чудо. Юдо. Надеюсь, я там найду алмазики. Так, аккуратно очень. Тут может быть спавнер с пауками. Так, я чувствую, за этими блоками что-то есть. Ничего нету. Ну, ладно. За этими блоками есть блоки. Вау. Крутая генерация. И даже факел ставить не надо. Тут есть лава. Я немножко задела. Да, не против. В смысле? Не-не-не. Я пошутил. Ё-моё. Так, всё. Всё. Заделаем всю штуку. Так, я добываю железо. То, что нужно для моего склада. Идем дальше. Солим. Так, водичка идет туда. Сейчас погнали туда. Так, туда не пойду. Там мне страшно. Ах ты ж мразь. Я сейчас ощутил чувства, которые испытывают беременные. Ах ты. Слов найти не могу, у меня... Я в холодном поту сейчас сижу. Еще один шагает. Гордый, блин. Как страшно-то. Где жопа, скелет? Он там. Да. Все. Конец, убегаем. У меня 3 хп, и мне все это дело искать не хочется. Куда идти-то? Так, заделайся ты, говнище. Нет, все. Ой, как страшно-то. Все, едим. Ждем, я сяду. Бомбуро. Я слышу очень много звуков зомби. Там. Вот эти вот зомби. По-зомбивски. Где они, как будто прям тут. Иди в жопу. Нет, иди в жопу. Нет! Да что это такое? Сколько у него хп? Просто мне объясните. Ну, ё-моё. Да сколько у этой мрази хп? Я понять не могу. Я его хреначу железным мечом. Корова.
убивается железным мечом с одного удара. Эта свинина, которая в два раза слабее коровы, не может убиться с 10 ударов железным мечом. Что происходит? Что с этим миром не так? Что? Почему на Джаве мобы не такие, блин, не знаю, Таноса? Ну, слава богу, запомнил маршрут, куда прийти обратно. Я не буду шагать туда, не знаю куда. Вот он ты. Сюда ботину. Так, оглядываемся. Могут быть криперы. Так, я возвращаюсь, я вроде что-то забыл, нет? Что-то валялось, как будто не. Так, все, запоминаем маршрут. Опа. Сундучок. Угу. Отлично. Я вас знаю, моба. Сидите там, ждете момента. Когда отвернусь. Наконец-то сундук нашел просто вот. Сорян, я не могу очень часто говорить, потому что очень страшно. Так. Тут алмазы? Алмаз? Не алмаз. Я не знаю, почему мне так страшно. Мне слишком страшно, даже если это выживание. Идем сюда. Так, тут железо было, я его не добыл. Я правильно понял? Тут где-то. Нет? Разве нет? Вот, да. Ух ты, пух ты, там еще нижний этаж есть. Так, тут, надеюсь, ничего нету, да? Никого нет, точнее. Так. Спускаться ли мне туда? Ох, как страшно-то. Фух. Тут лава, йоль. Понятно. Все, там не был. Идем. Аккуратно. Немножко забыл путь домой. Ну ладно. Фух. Так. Топаю. Опять же, пишите мне побольше комментариев, я их всех читаю. Ежедневно. Если думаете, я не читаю, то я их читаю. Вот так вот. Так, подо мной прям зомби, подо мной опять асфальт 8. Я же забуду по-быстрому. Здесь халки меня трогать не будут. Хорошо. Сейчас я чувствую каким-то Макс Пейном. Так, все, погоня. Так, здесь никого. Осветить бы это всю шахту, чтобы тут нечисть не спавнилась. Так, тут что? Ой, я тут сундук взял. Так, не обсмотрел, что здесь есть. Ага, там есть водичка. И вон. Вроде как тупик, но можно посмотреть, что там. А, нет, слушайте, это не тупик. Так. Да уйди ты, вода. Да блин. И там зомби харкаются.
никаких алмазов нету. Где все алмазы, я понять не могу. Я за все свое выживание здесь обжила довольно долго. Ни одного алмаза, ну, точнее, нашел парочку, ё-моё. На лопату и кирку, и все. Еще алмазы. Так, а это что за место? Что-то не припомню, чтобы здесь был. Здесь факела есть какая-нибудь. Так, я не знаю, что там, я не хочу знать. Похаваю немножко. Прыгаю. Так, здесь что? Есть. Слушайте, есть. Железо. Алмазов нету. Я понять что-то не могу. 16-я версия. Не настолько древняя версия, чтобы здесь нифига не было. Такие шахты, в принципе, редкие. Какой смысл им быть редкие, если здесь просто, не знаю, куски железа? А, здесь не было. Это, наверное, вот... У меня же много таких путей. Катакомб. Я по этим катакомбам перемещаюсь. Конечно же, видел это место, но... Но оно огромное. Я не везде был. Я даже не думал, что здесь отсюда она туда идет. Нифига себе. Серьезно, что ли? Фух. Я чуть не свалился. Перед вами предстает самый тупой человек в мире. Ладно, давайте пока никого нет, резко скамнездим. В конце концов, я хочу сделать, ну, типа, вагонеточное что-нибудь в своем выживании. Так, там нет рельсов. Или тут соберем? Угу, никого нет. Ой, хоть бы нашел дорогу к домам, потому что не особо помню, где дом. А здесь, а что? Здесь почти ничего нет, вон там железо вижу, но у меня, наверное, особо там вот опасное. Потом врать не буду. О, вот дорога домой. Надо запомнить. Еще паутину буду ломать. На всякий. Кстати, я почти всю территорию осветил. Вот и шахта, вот. Созданы людьми. Так вон там вот и не осветил еще. Давайте здесь. Поставлю, например, доски вот так вот. Ой. Что выкинул? Я камень выкинул? А, я семена выкинул. Ладно, мне они не особо нужны. Так, я это сломаю. Так, свечников нету. Это очень хорошо. Так, мобов вообще нету. Это чудесно. Ой, как не хочется мне туда идти, вы бы знали. У меня все факела туда попадали. Можно я нормально лес тут сделаю? Просто обзорный пункт. Узнать, что там. Так, ничего не упал. Ай, как не хочется туда идти. Давайте я сейчас домой приду, соберу факела еще немножко. И туда попятаю. Так, где мой дом? Я не здесь. А, вон там вот, да? Где? А, где мой дом? Мне это место немножко знакомо. Я здесь был, да, я здесь был. Дом, где? Где дом? Там, хочу дом. Рельсы? Не рельсы. Нет, там ничего нету, я там был. Может, там? Нет, там. Там есть?
Нет, тут нету. Хорошо, побежали, побежали. Тут. Блин, только что видел же. Дом свой. Где? Где выход-то? Чему-то. Может, отсюда получится слинять по дороге существующей? Не. Все, идем обратно, значится. Как страшно. Фу. Так, здесь ничего не... Так, это что? Опа. Америка, Европа. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Хорошо. Ух ты ж. А тут был, нет? Не, я помню это место, конечно. Здесь что там? Ну, я это потом узнаю. Так, здесь прохода нету. Идем дальше на поиски. Может, там? Я же задолбался. Опа, наконец-то. Все, проход домой выяснен где. Да, наконец-то. Ладно, в следующем видео мы обязательно продолжим. А сейчас всем пока.